Зря, парни, вы балуете. Ой, зря. Там просто обычно просим, чтобы на шесте никто не был, чтобы родителям не мешали, кто возле дивана, ну, на диване сидит. Иногда начинаю. Егор сделал? Молодец, пойдем сюда, температуру померяем. 50 раз сделали? Молодцы. Быстро теперь шпагат качаем, кто сделал. Быстро качаем шпагат. Сейчас назови, пожалуйста, свою секундочку. Полное фамилия, имя, отчество. Воронин Егор Алексеевич. Спокойненько. Воронин. Егор. Шпагатик качай, шпагатик качаем, пока разогрелись. Секундочку. Алексеевич. Егор Алексеевич, да. Полных лет, скажи, пожалуйста. Мне 13. 13 полных лет. Молодец. Все, можешь отдыхать, можешь шпагатик с братом. Можешь брату помочь шпагатик качнуть. У вас же матушка танцами занимается? Да. Да? Ну и что, где ваш шпагат? Где мамкин шпагат? Ну его помоги, ему нужен шпагат. Помоги, качни его потихонечку. Не надо, не бойся, шпагат нужен. Парни, не простаиваем, сразу шпагат. Сразу шпагат. Прям сразу, давай температуру, сейчас, секундочку, померяю. Сразу шпагатик надо. Можно сам? Да. Вот. Молодец. Сейчас, секунду. Назови, пожалуйста, свою полную фамилию, имя, отчество. Отчество. Давай, поехали. Андиашвили, Вука, Илико, Иликович. Андиашвили. Лука, Илико, Иликович. Лука, Иликович. Молодец. Все, зови следующего. Семен, молодец, да. Пойдем на температуру. Мери, пожалуйста, температуру. Сейчас, секундочку. Это мед для чая. Так, сейчас. Шпагатик, ты будешь шпагатик, я знаю, стоп. Парни, пожалуйста, качаем шпагат. А, кстати, даже тоже. Секунду. Стоп! На меня, сюда, внимание, пожалуйста, не надо там сидеть, не надо на холодном, иди сюда. Все равно там в отношении этого пола там холодно, парни. Вот смотрите, что я имею в виду, прося вас про растения. Лука, пожалуйста, Дим, молодец, да, как за младшим братиком, давай, снимаю. Лука, хорош, иди сюда. Сейчас вдвоем с тобой, да, справляются. Смотрите, что я имею в виду, когда я спрошу растяжку качать. Вот вы поприседали, мышцы разогрели же, на меня внимание. Миша, сюда повернитесь. Я знаю, что в вашем юном возрасте, особенно вот тебе, да, шпагат легко дается. Но со временем, или даже кто-то сейчас ребят твоего возраста, им тяжело это дается. Поэтому я прошу, не значит, что ты умеешь, надо этому радоваться и не обращать внимания. Просто я спрошу, что надо сделать. Первое. Вы ножки разводите широко. Ручки поставили. Старайтесь потихонечку, плавненько протянуть ножки, покачиваться вперед, назад. Берете, качаетесь потихоньку, ножки ниже, 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 ниже опускаются. На меня посмотри, Лука, иди сюда. Потом вы ложите ручки предплечьями на пол. Да. С карате знакомо, да, это все, наверное? Ножки только прямо коленчики. Нет. И начинаете, это просто ты шпагат не любишь. Начинаете прокачивать, когда у вас на предплечье, на полу. Потом следующая стадия. Вы сели назад, начинаете наклоняться вперед. Мы это делали. И в сторону. Вот это я прошу вас сделать растяжку. Вот это я прошу сделать. А не то, что вы галдите, или, например, вот вы сели там, да, вот так вот, и счастливые думаете, а, качаем нормально. Да не нормально, парни. Каждую минуту, это нормально будет, когда я вижу ваш показатель. Каждую минуту надо тратить с пользой, пожалуйста. Ваши родные, еще раз, секунду, будет вопрос. Я напоминаю, что ваши родные тратят большие средства и время на то, чтобы вы жили... Потому что вы учились, развивались, это ко всем обращаюсь я. Как только вы сами начнете, забрал, накидываю, когда зеваешь, как только сами начнете деньги зарабатывать,
Вы поймете, что каждая копейка, каждый рубль, он, я еще раз повторю, кровью и потом заслужен. Вы это понимаете? А что вы здесь лоботряс там включаете, балуетесь, балаболь, что это такое? Это некрасиво. Это неуважение по отношению друг к другу, самое ценное к вашим матушкам неуважение. Ну что, вы дубины что ли все, а? Что, столько раз напряжение, для кого-то уже 2,5 года это объясняют, да, вы что, Мишаня? Я говорю, объясняю, парни, ваши мамы, да, таким трудом старая, рожали нас всех, сюда привели, отвели. Даже я, будучи сам же дедушкой, я вам отвечаю, то, что воспитывать детей, это настолько трудно будет. Я сам был ребенком, я прекрасно все это понимаю. Когда хочется побаловаться, хочется посуетиться, движение лишнее, поперебивать, конечно, вопрос быстрее задать, спрашивать. А вот когда вы были ребенком, вы тут... Я для своей мамы еще ребенок до сих пор. Я не то, что был, я до сих пор ребенок для нее. Тебе будет 60, ты будешь ребенком. Да, мне вот 50 скоро будет, я до сих пор ребенок. А куда деваться, спрашиваю. А вам 41? 9? Ну скоро нет. Уже не 41, но еще пока не 49. Но скоро. А мне, смотрите, вот шпагат же делается вот так, да? Так. А я могу перегнуть шпагат. Да это нет, это ерунда, это обманка. Это ты можешь действовать, это хорошее действие, но когда вы вытянули, и когда начинаете бедра раскручивать, это хорошо. Но вам надо все это включать полностью, все. Полностью в комплексе должно быть. Полностью. Все, поехали, парни, 10 минут. 10 минут у вас быстро на растяжку и на элемент переходим. Дима, пожалуйста, соберись. Мишаня, а ты должен вообще уже в минус шпагат выходить. Егор, если хочешь, поделай, если что, помоги братишке. Вот высокий, знаешь, для чего растяжка хорошая нужна? Мне кажется, можно очень интересно. Мы в свое время дурачились, да, там в прикол, когда отбивали мячи вот так. То есть какой-то идет удар, там пас идет. То есть можно там с какого-нибудь оборота сделать, но это финтовки такие. А когда можно прям раз, прям пук, мячик, и он ловко можно отпасовать или куда-то, может быть, даже забить. Ну, да, делай. Все, парни, поехали. Миша, а тебе уже надо в минус выходить. Для чего нужен шпагат? Для всего. Растяжка нужна для гибкого тела и... Растяжка... Или когда ты идешь... Подскользнулся? Может быть так, да. Лука, делай, пожалуйста. Лука, делай, пожалуйста. Давай, братан. Так, следующий. Семен, ты померился, да, уже? Сейчас, секунду. Давай, да, подходи, пойдем. Сейчас по очереди подходим. Называй фамилии, имя, отчество. Сейчас. Сопли высмотри. Семен, пожалуйста. Поделай. 36, не получи, не нравится тебе шпагат делать? Нет. Ну, так. Поделай, ну потерпи немножко. Никитин. Фамилия, имя, отчество. Никитин Андрей Вячеславович. Вячеслав. Он молодец. Все? Да, следующего зови. Русланечка зови. Руслан, с брату. Ну хорош баловать. Ну пожалуйста, держи, мери температуру и назови фамилию, имя, отчество, пожалуйста. Гулиев Руслан Сахилович. Я Луку, чтобы он не баловал. И следи за другими, да, молодец. Да это ну, правильнее и лучше. 35,9. Зови следующего. Следующий кто на температуру? Дамир или кто, парни, пойдем. Клямшин Дамир. Мери температуру. Называете фамилию, называете... Чё? Вы должны знать, дети, вы запомните, вы должны знать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона родителей, адрес, где живете. Молодец. Следующего зови. Андрюш. Где? Или кто? Или Марк? Или Андрей, пойдем. Сейчас, секунду. Мери температуру, называй четко фамилию, имя, отчество. Так, еще раз. Молодец. Называть надо четко, да, прям? Зови следующего. Следующий? Марк, пойдем. Лука, не балуйся, пожалуйста. Называй четко фамилию, имя, отчество. Андреашвили Марк Олегович. Попить, умыться в туалет. Лука, не балуйся, пожалуйста. Да. Миша, пойдем.
Давай в темпе. Температуру называй четко. Фамилия, имя, отчество. Я возьму турники, легкие элементы. Сейчас, секундочку. Попить мы стали 5 минут перерыв. Ты далеко переехал, что ли? Я первый лёд. А, ну все равно рядышком, да, здесь? А, давай, фамилия, имя, отчество. Фаизов Михаил Алексеевич. Молодец, зови следующего. Зови Юру. Юра! Ты уже мерился. Я еще раз хочу. Еще хочешь? Да. Юрец. Здравствуйте. Парни, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, помоги ему. Андрей, помоги ему, пожалуйста. Юр, померяй температуру, называй фамилию, имя, отчество. Аккуратно, кипяток. Аккуратно. Отойди. Рыков Юрий Алексеевич. Вот сюда, поступь. Сюда. Видишь, кипяток. Рыков Юрий Алексеевич, да? Да. Видишь, кипяток. Смотри. Сейчас перепрыгну. Молодец. Дима, дай, пожалуйста. Давай. Бутылку убери, поставь. Смотри, вот с такого разговора. Дима. Я с такого разговора. Парни, я про элементы сказал же, не делать ничего. Дима, пойдем. А я видел, ко мне подходил Дамирчик, говорит, можно элементы? Я говорю, нет, нельзя, да? И все-таки решил сделать. Упор, Лежа, принять. Дим, мери температуру, братан. За тебя, ладно, бабуш командиром немножко. Ну не уследил, Димарик, ну не уследил. Давай. Упор, Лежа, принять. Фамилия, имя, отчество. Залятин Дмитрий Сергеевич. Все, тебе надо дать сейчас. Качните самому и качните. Давай, Дима, сотку. Вот как хочешь объяснить. Ну все, давайте. Всех строй. А сколько? Сейчас Дима скажет. Сейчас, Дамир, да, ты красавчик, молодец. Не, серьезно, молодец. Сейчас Дима скажет, все озвучит. Давайте, стройтесь, становитесь. Давайте сотку теперь делать. 100 отжиманий, поехали. Упор, Лежа, принять. Пирамиду красивую построили, молодцы. Сейчас будет еще. Лука. Не-не-не, Лука, братан. Ну хорош, чуть бабульку взял, это не избил. Ты чё? Все, пирамиду не трогаем. Лука, иди сюда. Я еще посмотрю. Стой, иди сюда. Упор, Лежа, принять. Смотри на парней. Вот тебе надо сейчас красиво отжаться 100 раз. Но сделать лучше, чем другие. Потом я яблоком вас всех угощу, ладно? Дай печенье. Все, поехали. Четко делаем все. Четко все делаем. Молодец, Егорик. Ну-ка, давай. Замотивируй парней. Братух, грудью до пола, Егор. Грудью до пола. Давай ниже. Еще грудью до пола. Прям грудью до пола коснись. Оп, вот это считается. Молодец. Просто на соревнованиях бывает, там со 100 раз половина обрежет. Все, делай. Тяжело. Ну, а куда деваться? Тяжело. Нормально. Если кому тяжело, парни. Да. Можно сказать вопрос? Что? Можно вопрос? Давай. Вот. Когда я ехал сюда на самокате с Русланом, я как-то... Ты давай поотжимайся, а потом задам. А, у тебя живот болит? Нет. Смотрите, когда я ехал на самокате. Когда я ехал на самокате, я там упал. И вот этот руль от самоката вот так вот повернулся. Вот так. И я животом на этот руль. У меня вот ты видел что-нибудь ссадины? Ну, сейчас позвони матушке, пожалуйста. Сейчас позвони, просто скажи, мам, вот это расскажи. И ты будешь, я тебя не выгоняю, ничего, я никогда никого не выгоняю. Просто будешь на тренировке, мы тебе проще задание дадим, ладно? Позвони маме, скажи, мам, ехал на самокате и упал. Все, только не переживай. Да, не переживай. Я знаю, что больно, я понимаю. Денег нет. А? У меня на телефон денег нет. Давай, я позвоню, на. Ты номер знаешь? А, я с Русланом. А, есть Руслан? Че, Русик плюхнулся, да, братан, с самоката? А че же так неаккуратно-то? А он прыгнул и шутил. Позвони маме, скажи, что, мам, вот живот болит, на самокате ударился, но заниматься будешь. Парни, в темпе. Осталось у вас прям пол шажка до элементиков. Дима, братан, сегодня ты должен будешь красивее. Вот сегодня тебе... Фаизову Мишане и Гулиеву Руслану и Лямшину Дамиру надо сегодня показать слаженную командную деятельность. Русик, на турничках. Сделали сотку? Да.
Показать мне, показать Сергею Сергеевичу, показать бабушке, показать друг друге, Мише. Ну, потому что я вас попросил. А Мише, Юрия, ой, отставить, Юрия, двум Андреям. Здоров, парни, быстро раздеваемся, все, быстро. Луке, Марк еще с вами в команде будет. Марк еще с вами в команде, Дамир будет. С 8 до 9, да, но вы это, чуть-чуть, на часок пораньше. Да я найду, чем Егор, Никит, вы что, Мишань, вы думаете, я вам не найду, чем час заняться, что ли, ну, парни. А? Да, конечно же, база будет любимая наша. Все, парни, сотку доделали? На перекладины переходим. На перекладины. Сейчас лесенка, дай мне ручки с кармана вытащи. Лесенка. Лесенка, подъем ног. 10 раз сначала делаете к перекладине. Прямых ног. Прямых, парни, прямых. Андрей. Андрей позвонил? Маме позвонил? Андрей. Андрей. А, ты звонишь? Я просто тебя не вижу, где ты ходишь. Это потерял среди красного всего, среди столбов. А что, красная майка, черные штаны и столбы такие же. Все, он уже слился. Егор, ну а что, попробуешь? Парни. Стоп, смотри, классное упражнение. Ты сказал ей? Точно? Посмотрите, пожалуйста, на меня. Вот здесь вот тузичков нет, слезть. Не надо на них. Нет. Вам надо запрыгнуть. Молодец, Юр. Молодец, Руслан. Вам надо запрыгнуть на турники, те на высокие, где вы будете хотя бы чуть висеть. Смотрите, что делаете. Дамир, стоп. Марк. Парни, внимание на меня. Пожалуйста. Вы делаете 10 раз сначала так подъем ног. 10 раз, да? Потом... Стряхнули ручки, ножки, делаете 9 раз подъем ног. Так вы будете делать с 5. Можно вот так делать? С 5. Вот когда вы сделаете 10, 9, 8, 7, 6, до 5, дальше потом будете 5. Вот так? С 5, да? Сначала вы делаете, Марк, слезь, 10 раз вот так. Когда вы сделаете так лесенку, 10, потом сделаете 9, потом сделаете 8. Когда дойдете до 5, вы будете делать лесенку на 5. Раз. 2, 3, 4, 5. Потом делаете коленочки 4, 3, 2, 1. Лесенка на сегодня будет закончена. Поехали. Егор, если попробуешь упражнение, нет? А у вас есть, например, когда вы, допустим, сидите вот так и подъем ног пошел? Пам-пам. Тоже нет такого? Да ты что, это для мышц живота, чтобы у тебя ноги бегали. Вот все, что мы здесь даем, гимнастика, она применима и в другом спорте. А прикинь, а парни бывает так по 4 часа. Ну, сегодня 3-часовая тренировка для кого-то будет. Это я не хвалюсь, это я просто хочу, чтобы ты порадовался за братишку. Сейчас, секунду. Я к вам положу. Ну, давай вот сюда вот на полочку распределяйся. Можно я одену? Это борцовка. А у тебя чистые? Конечно. Блин, братан, ну а зачем они тебе? Чистые. Вот вообще лучше бы здесь это... Они, в смысле, это как вот в них. Я знаю. Давай, ладно, одевай, да. Ну ты в них помнишь, коридор никуда не уходи, ничего, ладно? Интернет поделишь на них? Есть интернет? Есть интернет. Красавчик, давай. Давай, насыпай интернет. Сейчас я запишу температуру, померю. Парни, делаем! Егор... Она в магнезе здесь, в субботу осталась, она здесь. Давай смотреть. Сейчас, секунду, вопрос, парни. Миш, Егор, Никит, вам для разогрева давай полтишок выпрыгов сделайте, чтобы я увидел, что вы разогреете, померить температуру, ладно? Для разогрева. Ну, полтишочек, это для вас это вообще как семочка прям щелкануть. Только красивый выпрыг. Сейчас еще чуть-чуть плечо там. Не, плечо не нагружайте. Нет, чтобы на турник чуть-чуть много не залазить. Все будет. А где остальные? Два Максимки там, Максим. Да мы и так пришли чисто, потому что у нас четверг. Я понял. Я понял. Вы как это, подразмяться пришли, да? Я понял. Типа отрезка немного отработать. Все, лады. Мишань, не простаю. Никита без тебя завяжет шнурки. Ну ты че? Парни, давай, Дима, делаем. А, ребята, которые молодежь, малыши, у вас будет сегодня очередной раз хорошая возможность поинтересоваться
у Никиты, Мишани и Егора, так как ребята постарше, всякими интересными подходиками к элементам, выполнение отдельных элементов, либо вообще связок. Сейчас поэтому не тупим, быстро, четко разминаемся, готовим площадки для занятий и начинаем. Мишань, Шпех, ну тебе, как всегда, тебе придется отвечать много на вопросы и помогать. Блин, Никит, Егор, парни, вот этот час хотя побудете, ладно, я рассчитываю на вас. Этот час пока будете, точно, Егорыч? Давай интернет раздай, только без соплей. Мне главное, я сразу больше. Вот турник много, чтобы подтягивание там. У вас будет большой турник с 8 до 9, это я обещаю. Подтягиваться не надо. Надо сейчас ребятам просто помочь. Сами вы немного, да, поучитесь объяснять. Раздал? Молодец, благодарю. Да, все раздал. Все, парни, готовьте вопросы, готовьте подходы, какие вы будете делать. Поэтому это не галдеть, будет три человека. Диман, такая же тема, ты можешь отдельно свое поточить, а можешь с парнями что-нибудь по это поинтересоваться. Геннадьевич, а да. Если вот так вот, как вы показывали сначала первое, так. Вот. Надо сделать от 10 до 5 дойти. Да, я сделал. То есть ты сделал 10, потом сделал 9 раз, молодец. Теперь поднимаешь коленочки, делаешь 5 раз, потом 4 разика, да. Сергей Сергеевич, как самочувствие? Нормалек все? Так, Егор, подойди, пожалуйста, температуру. А, ну давай, в принципе, что, по мере запишись. Сейчас, секунду, погоди, держи. Температурный режим. 35,9. Молодец. Ты живой, все хорошо? Да, нама. Вот здесь, пожалуйста, записывай номер 12, 13, 14, это вы. Ты номер 12 записывай, фамилия, имя, отчество, Никита, следующий. Да, я за них не могу. Ты можешь за них написать, да. Так, Никитос, раздал? Да. Сейчас подрубаюсь. Было бы хорошо, если бы каждый сам за себя просто писал бы. Это. Ты писать? Ютуб. Ты Ютуб писать? Смотрел на вас. Ютуб на меня смотрел? Ну, в Ютубе вы там есть. А что там я делал? Не знаю. Что я там делал? Сергей, он там в мостик вставал, вот так кружился. Круг давал. Что да. Вот. А, ну в зале то, что мы были? Да. А, я думал, Ютуб на вас смотрел. Думаю, блин, что-то опять что-то случилось, где-то нас показали. Так. Вроде ничего же не балуемся. Сделали, все, выстилаете маты и все, поехали. Какой у тебя Иванович? Очень. Лука, Лука, ты да, матьки себе стили, тоже стили матьки. Тебя температуру надо мерить? А? Да, 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 Михаил. Дим, все, братан, начинай, в свободном режиме сам делай, ладно? Или тебя загрузить? Так, температуру если что записать. Сейчас они за это. Я у меня 36. Все. Все, парни, продолжаем. А? Все. Ребята, задача. Внимание, послушайте меня. Расстилаете маты, переходите. Кому штанги, кому тяжести, кому брусья, кому стойки. Сергей Сергеевич, посматривай, пожалуйста, чтобы лишних движений не совершали, ладно? У меня 35,7, у меня 35,9. Ну что, холодные такие парни? А то что вы суть? Я понял, замерз. Там холодно. Все, лады. Зима начинается. Ну да, да, там, кстати, с 1 ноября всех. Это, Никитос. Че, братан, давай проверяем, чтобы, ну, маты, да, все это, потихоньку начинайте. Кого-то на статику себе прям, Егор, Миш, Никит, забирайте себе на статику кого-нибудь. Мишань, если что, ты себе забирай кого-нибудь. Дамир, постелите маты сначала. Я не знаю, ты спроси, зачем убрали маты. Одна лишняя. Одна лишняя. Просто одну еще не доделали. Да, парни, в темпе. Сергей Геннадьевич, где еще один черный? Там. Как где? Смат, не понял. Ищите. Серый. Там что, черного мата нет, что ли? Ищи, ищи. Не может быть.
Стоп! Всем остановитесь! Что, нет черного мата? Так он и был один вроде или нет? Да нет, ты чё? Тихо, тихо, тихо. Внимательно везде посмотрите. Просто чтобы я ещё не звонил примату. Серый нету? Нет. Сейчас позвоню. Вот-вот он и один передо мной. Ладно, все, стелим дальше. Что с ним случилось? Дим, что случилось? Магнезия? А что случилось? А магнезию... Сейчас, секунду. Илья. Илюх, да, здорово живем. Это, братан, а скажи, пожалуйста, ты мат случайно черный не брал? Чехол на него одел? Парни, посмотрите где-то. Парни, секунду, посмотрите, должен быть мат с синим чехлом. Блин, Серый, ты что же, не все, есть, Серый, ты не выкупил. Да. Все, 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 увидели, да, увидели. А то здесь это, а то есть братва панику, говорит, мата стащили, надо типа Ильюхе звонить и узнать, что случилось. Может быть, он в курсе. Все, сейчас увидели, да, лежит синенький чехол. Молодец, Илья. Все, всего доброго. Ну вы че же, ё-моё, а? Ну его тоже не предупредили. Сергей Геннадьевич, да. Там магнезий нужен. Сейчас, секунду. Парни, че, распределись по площадкам, по элементам, поехали. Сейчас, секунду, я запишу и будем искать магнезию. А где она? Я не знаю, мы здесь оставили. Блин, ну ты видишь, здесь чехлы меняются, Егор, братан. Здесь Питер узнает, что у нас. Может, она там? Я посмотрю. Я сейчас сам посмотрю, или кто, или там Сергей Сергеевич пусть посмотрит. Шкаф просто опасно. Серый, открой шкаф, посмотри с Егором магнезию. Шкаф открой, пожалуйста. Просто здесь, видишь, маты чехлы меняют. Сейчас, секунду, я запишу. Погодите. Все, сейчас доделывайте, все делайте. Сейчас, Егорыч, будем смотреть. Так, для детворы тоже, чтобы маты были. На том турнике тоже, чтобы были маты. Мне кажется, там вы что-то вы слишком это. Магнезию, да, тянете? У меня есть. Да молодец. Нафиг она вам только магнезия нужна. Сейчас, секунду. Егор, вон у парней пока спроси, секундочку. Дим, все, давайте, делайте это. Ты в четверг поедешь этот, в Академию права на выступление вот с парнями в Саратов? А зря. А зря. Да ну что, надо съесть, как не умеешь, все ты умеешь. В четверг, по идее, должны быть. Но это не соревнование, это вроде бы будет как... Это выступление будет, да. Но съездить можно всем. Даже нужно, да. Когда будет? В четверг. 3 числа, да. Ой, отставить. Да, 3 числа в четверг.
А Лука тоже едет? Академия права. Лука? Я не знаю, как он Лука без тебя или без Баси поедет. Ну, давай, элементик, если что, у Миши спрашивай. Миша Шпехта увидел, вон он стоит. Денис Владимирович. Они маленькие. Сейчас прикинь, Денчик. Парни, говорит, мат потеряли один черный, не могли мат найти. А его Илья Кузнецов примат всего лишь чехол поменял на черный мат, синий одел. Понимаешь, они синий лишний мат увидели, синий, а черный потеряли. Ну, что это такое? Как думаешь, Денис, что надо за внимание, как внимание качнуть? Что надо сделать? Да. Взяли, да? Ну, просто если нет, видишь, мат... Найдем сейчас. Сейчас найдем, сейчас посмотрим. Но этот, если ее никто из вас не убирал никуда, а там она лежала, значит она там и должна была либо здесь. Но здесь ее. Здесь есть мед. Вам мед нужен для слипания? Ну это лучше, чтобы прилипнуть. Парни, к нам девочка пришла, вы поздоровались? Что за хеллоу? Что такое? Что такое хеллоу? Я вам что, вам про иностранные языки что говорил? Стоп! Все слезли. Я вопрос кому задал? Не надо ко мне подходить, вы на месте стоите. Я про иностранные языки вам что говорил? Вы должны, если вы изучаете иностранные языки, вам надо изъясняться со мной. Я еще раз вас прошу и настаиваю. На чистом русском языке. Если вы представители каких-то других народностей, национальностей, вероисповеданий, религиозных, философских мировоззрений, и вам надо делать что-то, сейчас все упор лежа принять, все сейчас и будете слушать меня. Марк, я сказал стоп, это значит стоп. Упор лежа принять там, где вы стоите. Вы что, взрослые, вы не смотрите за ними? Упор лежа принять? Да, Егор, да, Димарик, да. Я сказал стоп, понимаешь, а Марк делает. Ладно, он ребенок, ему проститель, но вы взрослые, куда смотрите? Упор лежа принять? Это к взрослым касается, Никит, на твоих глазах. Я попросил остановиться, меня послушать, понимаешь, а два наших братишки младших решили пофинтовать, покрутить. Перед вами, кстати, они решили показать вам мастерство. А что же вы им не скажете? Мы им говорим, им пофигу вообще, мы им говорим даже про турником. А значит, самое интересное, в этом случае надо вспоминать себя, когда вам говорят и вам пофигу. Ладно, поехали. Раз вниз, два наверх. Раз. Ксюш, возьми, пожалуйста, счет. Говори просто раз, два, раз, два. Только громко. Поговори, пожалуйста. Раз. Раз они сделали, два говори. Раз, два, раз. Когда еще вас девочка, да, покачает? Раз вниз, два наверх. Ускорься чуть-чуть. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Терпи, терпи, Марк, от тебя касается больше всего. Раз. Парни, вы надежда раз, и опора своих семей. Два, целого, раз, целых народов. Два, вы это понимаете? Раз, а если вы не видите, что у вас под носом происходит, ну о каком надежде и опоре мы можем разговаривать? Это уже даже не фантастическое или страшное кино. Во всем мире происходит очень много проблем. Очень-очень большие беды и трудности. А потому что люди не умеют найти общий язык, не умеют договориться, не умеют слушать. Раз, два, половинка. Держим, половинку. Нет, не на предплечьях, на руках. Половинку держим. Половинку держим. Половинку. Дамир, половинку. Да, подходи к бате, он все скажет, что надо делать спокойно. Половинку, парни. Ребята, половинка, это значит вот так. Это значит, да я знаю, что вы знаете. Держим. Половиночку держим. Два. Встаем, продолжаем элементы. Вы меня поняли? Что со мной надо на русском языке, с друг другом тоже на русском разговаривать. Вам все уяснили? Если вы изучаете английский язык, вы подходите, Сергей Игнатьевич, я сегодня хочу на английском разговаривать. И я с вами с радостью do you speak English поделаю. Ну правильно же? А? Что? Терпи,
Терпи, 5 минут потерпи. Все, парни, продолжаем. Красиво и четко все выполняем, делаем. Я не знаю. Это Дамира, кажется, если я не ошибаюсь. Нет?